Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня еще одно интересное предложение. Это автомобиль D-класса Opel Insignia рестайлинг 2021 год. 85 тысяч пробега. Стоит она 1,9 миллиона рублей. Ребят, 1,9 миллиона рублей. Где такое вообще, кто-нибудь слышал, видел похожее объявление? Насколько мне известно, она в заводском исполнении. Значит, пробег настоящий, VIN-номер оставлю. Машина не так давно только приехала, поэтому для желающих запрыгнуть в последний вагон, приобрести по сверхнизким ценам, возможно, это ваше предложение, можете его рассмотреть. А будут вопросы, набирайте. Итак, ребят, быстро покажу автомобиль. 21 год, это 1,5-литровый дизельный мотор, 122 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат классический. Машина на самых топовых LED-фарах, вот они, люксовские. Матричные фары, LED-противотуманные фары. Сейчас я поменяю камеру. Быстро просто пробегусь по комплектации. Передние и задние парктроники. Оригинальные 18 диаметра литые диски на автомобиле. Черные накладки на зеркалах. Есть рейлинги. Огромный, преогромный автомобиль, практически 5 метров в длину. Огромный багажник. По цене рестайлингового Мегана с аналогичным пробегом, ребят. А то и дешевле. Задние диодные фонари, камера заднего вида, парктроники, электрокрышка багажника здесь присутствует. Складная шторка. Так, сейчас я сниму. Вот так. Огромный-преогромный багажник. Бесключевой доступ имеется. Просторный задний ряд сидений, комбинированный салон, но, ребят, очень уютный, темных тонов потолок. Так, да, премиальной системы там Bose здесь нету, но представляете, за 1,9 85 пробега, кстати, VIN-номер, видно, не видно, я думаю, что будет видно. Пробивайте, удачи в пробивке. Так, без ключ, слепые, стекла одинарные, кстати, имейте в виду. Так, открытие багажника, складные зеркала, электрорегулировка, 4 автоматических стеклоподъемника, центральный замок, кожаное рулевое колесо, Apple CarPlay, Android Auto, выводится задняя камера, раздельный климат, все присутствует, ассистент по полосам тоже и максимальная приборка. Так, сейчас наведу камеру, вот, ребят, 85 927, ну, 86 тысяч пробега, электронный ручник. То есть у нас есть подколенный подпор, опять же, повторюсь, комбинированные сиденья. Ну, в основном настройки механические, только вот подушка вверх-вниз электрическая. Самые топовые фары люкс. Вот. Может быть, что-то и не назвал, но если кого-то заинтересует данное предложение, я думаю, можно уже досконально пробить комплектацию, ну, установить все опции, которые здесь имеются. Поэтому, ребят, заинтересовал автомобиль D-класса по цене C-класса, набирайте. С вами был Дмитрий. Всем всего хорошего. Всем пока.